Оздоровительный центр кинезитерапии «Здоровый рух» является центром, в котором работают ведущие специалисты по проблемам и заболеваниям позвоночника и суставов. «Здоровый рух» – это сочетание новейших методик, во главе которых стоит кинезитерапия. Кинезитерапия – лечение с помощью правильного движения на декомпрессионных тренажерах. Никаких лекарств, таблеток, а тем более оперативных вмешательств. Программа рассчитана на любые возрастные категории, а также функциональные возможности. Вы можете не бояться, что вам это не подойдет. Персонал дипломированных специалистов по физической реабилитации. Многолетний опыт. Индивидуальный подход к каждому пациенту. Компоненты скорейшего вашего выздоровления. Мы работаем с такими заболеваниями, как боли в спине, боли в шее, головные боли, остеохондроз, протрузии межпозвонковых дисков, межпозвонковые грыжи, сколиоз, артроз суставов, реабилитация после травм, переломов и операций, мениски и крестообразные связки.